Я так понимаю, он согласился. На самом деле у него не было выбора. Он был заражен? Да, скорее всего. Когда я намекнул, что мы могли бы поставить его в список приоритетных лиц на получение вакцины Амброзии, он показал такую готовность, что его было почти жалко. Эта эпидемия достигает такой точки, далее которой мы не сможем его контролировать. А зачем контролировать? Пусть оно распространится на школы и церкви, пусть телами заполняются улицы. В результате они будут умолять нас спасти их. Я получил отчет о вооруженных нападениях на партии груза. В распоряжении находится недостаточное количество вакцины, и низшие классы попадают в безнадежное состояние. Конечно, они безнадежны. Они могут ощутить свою смерть, и звук, который они издадут, круша свои норы, послужит сигналом к отдыху. Надеюсь, что вы недооцениваете проблему. Некоторые могут вести себя не так спокойно, как вы думаете. Разведка сообщает, что они стоят за неприятностями в Париже. Кучка амбициозных стариков, играющих в управление миром. Мир давно оставил их позади. Мы будущее. У нас есть другие проблемы. Унатка, сформированная приказом президента после нападения террористов на статую. Между тем, на месте есть мои люди. Я более беспокоюсь о Саваджи. Он переехал в Ванденберг. Наш биохимический корпус намного их опережает, как и наши возможности в плане электроники. И их духовная негибкость позволяет нам делать успехи на территориях, которые они отказываются рассматривать. Проект имплантантов – один из множества дел. Но я должен признать, что был несколько разочарован производительностью базового модуля. Вторичный модуль скоро будет подключен. В настоящее время он проходит стадию подготовки и будет введен в действие в течение 6 месяцев. Мои люди будут продолжать давать отчет о ходе данного процесса. При необходимости первичный модуль будет уничтожен. Нам еще много предстоит пройти, вам и мне, но скоро вновь наступит порядок, новая эпоха. Аквинас говорил о мифическом городе на холме. Скоро этот город станет реальностью, и мы будем в нем королями. Даже больше, чем королями, богами.